Дамиана. Замкнули они тройку сильнейших в командном турнире в Оберсдорфе. Ну, а это прощальный чемпионат для Анди Кюттеля, чемпиона мира на большом трамплине. Перепрыгнувшего уже свой пик, конечно, но тем не менее, так вот по-шкалярски аккуратно работающего. И, безусловно, это вам не Эглов и даже не Григули, но это отнюдь и не его друг Симон Аман. Разрыв между ними в качестве подготовки, в классе, да и в форме, в общем-то, на сегодняшний день и физической, и психологической.